Сразу два грандиозных подарка ждали жители совхоза имени Ленина в день рождения поселка. Это открытие нового стадиона, вмещающего в себя футбольное поле, баскетбольную площадку, хоккейную коробку. И открытие спортивной площадки, оснащенной тренажерами. Наша съемочная группа побывала на обоих объектах. Трудно поверить, что еще 3 месяца назад здесь был пустырь. Усилиями совхоза школьный стадион появился значительно раньше самой школы. Это масса сил, масса эмоций, это душа людей, которые это делали. Это желание сделать так, чтобы было хорошо. Естественно, я очень благодарна за совхоз имени Ленина, потому что это их стадион. Это они делали как подарок ко дню поселения. На торжественном открытии присутствовали почетные гости, среди которых генеральный директор Объединенной Московской хоккейной лиги Сергей Смирнов. Душа радуется, когда после долгих-долгих лет разрухи, когда стадионы все ветшали, сейчас видим, что такие замечательные, яркие сооружения, безусловно, они подхлестнут и взрослых, с такими животами, и, конечно же, детей заниматься спортом чаще, больше, регулярнее. Открытие таких спортивных сооружений, как стадион, должно стать правилом. Потому что это, во-первых, здоровье, во-вторых, это возможность развития любительского спорта. И, в конце концов, это питательная среда для профессионального спорта. Участники праздника поставили свои подписи на мече, главном атрибуте футбола, развитию которого в совхозе имени Ленина уделяют большое внимание. В таком красивом поселке должны жить и расти здоровые люди. А спорт – это основа здоровья. Мы глубоко в этом убеждены, поэтому строим стадионы, спортивные площадки и тому подобное. И хотя Зоя Ивановна сказала, что она совершенно не спортивный человек, все же право первого гола предоставили именно ей, для которой строительство стадиона в последнее время было на первом месте. Забота о людях всегда была в приоритете у руководства поселка. В совхозе гордятся своими спортсменами, поддерживая их, обеспечивая полноценную возможность для тренировок и соревнований. А те оправдывают надежды своего поселка спортивными победами. Поле нам очень нравится. Очень современное. Последнее покрытие лежит искусственного газа. Хорошие беговые дорожки. Очень мы довольны. Здесь мы обязательно будем тренироваться и обязательно проводить большие соревнования. Открытие стадиона было ознаменовано дружескими встречами по мини-футболу местных команд. Юный футболист Лёва Мартаглян в ожидании своего выхода на поле поделился с нами своими планами относительно нового стадиона. Будут тренировки, будет все лучше, конечно. И можно будет уже играть здесь. Многофункциональный спортивный объект позволит любителям разных видов спорта тренироваться здесь, заряжаясь энергией и здоровьем. А на открытой в этот же день спортивной площадке можно поддерживать хорошую физическую форму, так сказать, не отходя от дома. Мы получили эту детскую площадку, смогли ее приобрести только потому, что заняли второе место во всероссийском конкурсе на самое благоустроенное поселение. Это именно наша с вами вместе заслуга. Первые опробовать новые тренажеры предложили главе поселения. Но Елена Добренкова заявила, она дисциплинированный человек, соблюдая технику безопасности, правила которой описаны на стенде. Хорошее настроение у меня есть, но, к сожалению, нет спортивной обуви и спортивной одежды. В следующий раз я обязательно попробую, а сейчас я предлагаю этим заняться мастерам. Но спортсменам, которые готовили мастер-класс по тяжелой атлетике, показать свое мастерство не дали дети, которым не терпелось самим опробовать новые снаряды. Мы можем развить свой быстрый бег, мы можем здесь похудеть некоторые. Площадка открывает мне такие возможности, которых у меня раньше не было вообще. Взрослые тоже оценили по достоинству не только сам новый спортивный объект, но и работу тех, кто его создал. Просто великолепно. И самое главное, что сохранили даже березы. А я сам в Орехово живу, буду специально приезжать сюда. А еще эта площадка замечательна тем, что здесь есть уже готовые нарисованные классики. По собственному опыту знаю, начертить классики, ох, как непросто. Но современные дети этого и вовсе делать не умеют. А поэтому у родителей есть возможность научить своих детей играть в эту замечательную игру. Татьяна Брылова и Адами, Наталья Буслаева, Видное ТВ.